их сбора этих маслят. Мы уже никакие, очень много резали их. Резали, не уставали, маленькие, крупненькие, всякие хорошенькие. Надо было ж выбрать что-то червивое, что-то хорошее. Сюда уже у нас нет сил ехать, то тут еще канава такая. Я решила тут пройти, просто глянуть это место. Тогда мы здесь нашли много подберезовиков. Просто хочу здесь побывать, на этом месте, потому что лес очень далекий. Мы здесь не можем бывать часто. Поэтому вот, думаю, дай посмотрю, что здесь может быть. Дальше в березняк я не пойду. А здесь уже дождевики, кажется, начинают проклевываться маленькие, да. Типа того. Здесь я когда-то оленя видела. Вот. Угу. Грибов я не вижу. Саша нашел один подберезовик. Ну, здесь Саша нашел один подберезовик, но здесь сухо, очень сухо. Надо уезжать, это мрак. Мы и уезжаем. Обошла эту березу и пойдем восвояси по траве по этой. Ой, и то гриб какой-то нашла. Невразумительный, наверное. Ладно, пусть живет. Пластинчатый, сразу видно. Я нашла клад, видишь? Макрухи. Никакие ложных не бывает. Маслят ложных не существует в природе. Это натуральные маслята. А здесь у меня макрухи. Вот кто-то ее срезал, пытался добыть. И она стала уже портиться. У нее пластинки голубые уже. Покрылись плесенью какой-то. Или гриб-паразит какой-то их атаковал. Вот макрухи, ну я боюсь, что они червивые. Это, наверное, пурпуровая, мне кажется. Но это не еловая, хотя здесь сосновая. Иди, принеси мне макруху, да. Классно. Здесь я проверяла, больше маслят не найдем, наверное. Я все забрала. А меня волнуют вот эти макрухи, но я переживаю, что они червивые, как и маленький сейчас нашла, маленький был червивый. Вот я его порезала, и все. А, вон там еще мотленочек один не забрали. Я макруха молодая вот эта. Но у этой пластинки начинают голубеть. Ну, надо узнать, что к чему, можно ли ее съесть. Мне очень хочется их съесть. Вот это была большая, конечно, плохая. Но пластинки еще не поголубели. А вот у них, я заметила, в этих лесах пластинки голубеют. Наверное, на них нападает какой-то еще гриб-паразит. Мне так кажется, но я не знаю точно. Ой, и ножку сейчас вот эту заберу. Она чистая-чистая от этой макрухи. Очень мне их хочется. Ну, макрухи и бывают такие. В наших лесах, вблизи Смоленска, там нету. А здесь гусина. И маслят у нас там мало. Есть в Козьих горах, но там все заросло, теперь их там не найдешь. Во. Классно. А макруха мне нравится. Она маскируется под маслята. Когда грибы собирать, мне надо их снимать. Это я нашла макрухи. Ох, как красиво. Сначала думала, что это маслята. Но это же макрухи. Ой, какие красивые. Вот. Но этот уже не очень, его кто-то потоптал. Но я его проверю, что у него там такое. Так. А этот, возможно, еще хороший гриб. Макруха. Упал. О, интересно. Вы не знаете, грибы, зачем же их рвать и бросать? Не надо. Ну, можно посмотреть, но не все же подряд хватать и бросать. Не надо их трогать, пусть они живут. Вот мне они и пригодились. Я их беру, эти макрухи еловые рядом с маслятками недалеко были. Маслят тут много. Сегодня мы все затихли и занимаемся каждый своим делом. У всех свои маслята в каждых лесочках. Такое растет на земле. О, сейчас сниму, хоть мы уже устали, нам уже так надоело это все. Но красота необыкновенная. Цветочки. Грибочки. Красота.
И вон там дальше целая поляна. Иду. О. Когда мне эти маслята искать? Если я такую красоту хочу снимать. О, вообще красиво очень. Что это такое? Трутовики какие-то. Крепкие грибы. Розочки. Угу. Вот этот уже пораженный гриб. Этот я проверю. Этот кто-то бросил. Вот один только я проверю сейчас. Вот. Это Сашины грибы. Их здесь в море. Целая-целая вот емкость вот эта. Это мрак. Уже поздний вечер. Я свои перебрала, уже поставила жарить и варить. А тут еще эти грибы у него получше, покрасивее. Такие чище, меньше мусора. Супер. И один подберезовик. Красиво. Ну что ж делать, надо перебирать. Сейчас займусь. И еще Оля свои забрала себе, перебирала. Ну, вот я свои перебрала, теперь вот Сашу перебираю. Очень хорошо, красивые очень грибы. Супер. Вот фонарик включился. Ну ладно. Все, показала.